О, ребята, я столько этот день ждал. Наконец-то мы с вами в кино едем. Наконец-то! Премьера, а не просто так. Как я помню, фильм называется? Фильм называется... Слушай, Леска, там что-то... А, ну вот же у нас билетик, кстати, есть. Фильм называется... «Восстание криперов». Суровое название. А, я хочу спросить, это страшный фильм? Слушай, я не смотрел, это какая-то новинка в кинотеатре. Мне кажется, слушай, немножко. Ну я 100% уверен, что этот фильм намного интереснее, чем то, что Леска смотрит. Там вот это Деп 2, там пердёж, ну вот этот там, ну вы поняли, но короче. Это ты заблуждаешься. Ладно, это уже никто не слышал, все. Шеди, что? А вы жанр не смотрели фильм? Жанр? Нет, я просто боюсь. Фэнтези, фэнтези. Боевик, хоррор, детектив. Что да там ладно, еще? Говори, ладно, пойдем, короче, пойдем. Пошлите. Да не вау, так, ну давай, все, не дрейф, а пойдем. В кинотеатре всегда вкусняшки, ребят. Да, там кстати, же всегда попкорном кстати, вкусно пахнет сладким. А давайте все закупим. Вы знаете, да, то, что в кинотеатре типа со своей едой нельзя ходить? Нет. Да, я знаю. Так, пойдемте посмотрим, что можно купить у них. Я хочу вкусненькое чего-нибудь. Так, что тут есть? Давайте я всем деньги сейчас раздам, короче, чтобы каждый себе купил. Да, так, хочу, короче, сейчас хочу. Вот так сделаем. Банановый сплит. Так, Нубик, это тебе, Леска, это тебе. Так, я пошел тогда в другую кассу. Я вот сюда вот левее встану. Давай, давай. Так, добрый день. Так. Что у вас тут есть покушать? Что такое банановый сплит? Банановый сплит? Это слушай, это мороженое пирог или что такое? Непонятно. Мне кажется, это как десерт пирог какой-то. Нубик, денежки у меня нет. О, ребята, шоколадный милшейк. Вы прикиньте, возьму его попить. Возьму, ой, и пиццу. Все, мне больше ничего не надо. Я тоже хочу шоколадный милкшейк, обожаю. Шоколадный милкшейк взял, короче, и шоколад милкшейк и пиццу. Кокосовое молоко беру. Ого. А я взял шоколадный милкшейк и шоколадку. Слушай, ну ты вообще слипнешься весь. Так. Подождите, ребят, я еще не выбрала. Давай, давай, выбирай. Две пиццы, банановый сплит и два кокосового молока. Там уже этот, как это, чек-ин начинается. Ребят, пойдемте. Один кексик. Уже были, что ли, начало? Гудок уже был? Да-да-да. Нубик. Нубик, скорее. Все, тихо-тихо-тихо. Мы, конечно, сегодня раньше всех пришли, но все же. Добрый день. Да все уже в зале. Здравствуйте. Билет, пожалуйста. Да, вот, пожалуйста. Билетик мой. Так, проходите, так, у вас... Так, у меня билетик. Ага, все в порядке, проходите, вот. Так, следующий. Нубик, идешь? Так, билетик. У меня сядь леска. Чё? У меня нет билетика. В смысле нет билетика, Нубик, ты чё? Ты чё, прикалываешься, что ли? Ты чё? Дома, что ли, забыл? Сейчас, секунду. Нет, я забыл. Тут такое дело, короче, мы покупали, но забыли дома билет, как бы это... Можно мы потом... У нас фотка есть, у нас фотка билета есть, можно так? Нет, вы что мне голову дурите, что ли? Это премьера, фильм только вышел, обманщики. Вот вы двое. В смысле? Вы двое можете проходить, а вот вы уж с розовым бантиком это, простите, не могу пустить правила такие. Давайте мы вам заплатим, у нас есть... Давайте мы вам в два раза больше заплатим, чем стоит билет. Я хочу пройти, нет. Я очень хочу посмотреть. Нет, 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 такие правила. Вы что, хотите меня подставить, что ли? Либо все уходите, либо вы двое заходите. А ты оставайся здесь. Ну ладно, может, вы посмотрите. Не-не-не, Нубик, так не пойдет. Ты что, это новый фильм, мы по-любому должны туда. Шли. Так, ребят, подождите, нужно что-то срочно придумать. Ну все, слушайте, ну мы ничего придумаешь. Я не знаю. Билеты уже кончились. Мы найдем способы, ребят, пойдемте в туалет, там обсудим, пока тут камеры везде стоят просто. Да, пойдем. Тем более, видишь, он не берет деньги. Дедушка, вы идете? Ну что ж такое-то? Ну давай я пройду. О! Это почти как с зеркалом, короче. Так, что это такое? Стоп. Так, где туалет? А что за сундуки? Так. Эти способы помогли мне пробраться в зал без билетика. Что? А представьте, охранник увидит. Ребят, мы же забыли с вами. Погодите, друзья, прием. Кстати, на связи Шедимен и, конечно же, Леди Леская. И... Всем привет. И Нубик Кубик. Привет, друзья! Друзья, сегодня в этом видео мы покажем вам 5 способов, как в Майнкрафте пронести Нубика, либо же друга в кинотеатр. Только ни в коем случае никогда не повторяйте это в реальной жизни, потому что это делать запрещено. Только в компьютерной игре, только в Майнкрафте. Вот, но мы, наверное, будем приступать прямо сейчас, а ты пока что напиши в комментариях твой самый любимый фильм, мультфильм, либо еще что-нибудь. И, конечно же, ставь лайк под этим роликом, чтобы лето длилось как можно дольше, потому что уже последний месяц лета идет, вы представляете, оно скоро закончится, так что нужно наслаждаться этим моментом. Ну все. Так, ребят, ну что, проверимся этим сундукам пяти тогда? Ну, ты как? Давай, посмотрим первый. Давайте. Пиццечка-то вкусная.
Итак, здесь лежат смокинги, костюмы, очки и пистолет. Это что, мы должны типа какими-то мега-боссами стать, что ли? Давайте наденем это все дело и посмотрим, на кого мы теперь похожи. Пистолет фейковый, прочитали? Пистолет фейковый, пистолет фейковый, да, пистолет фейковый. Так, слушайте. Это что такое? Как вы думаете, кто мы сейчас? Что с этим способом не так? Мы агенты. Кстати, да, Лена, мы агенты. Прикиньте, давайте мы сейчас к этому билетеру подойдем, скажем, что типа... Что? Давайте. Я понял, у меня тоже нубик. Давайте мы сейчас к нему подойдем и скажем, типа, внимание, тут проводится какая-нибудь там спецоперация, мы суперагенты, нам нужно войти внутрь там, и все. Давайте вот так вот, вот так он скажет, короче, а документы у вас есть? А мы такие, пистолет на секундочку, так покажем, вот так вот, смотрите, вот так вот. Тихо, закрой, ты что? Опять? Тихо, вот так, смотрите. Пыц, вот так быстро покажем, он такой пустит нас. Давай, пойдем. Там подслушивает, там опять этот дед. Пойдемте. Что такое? Он, видимо, не знает, как туалет открывается. Лёшка, почему ты так медленно идёшь, как стамеска? Все, так, ребят, все, соберитесь, надо уверенными быть. Вы никакие не суперагенты, вы не знаю. Нубик, все, тихо, идемте, идемте. Мне кажется, вот суперагент это вон тот. Стой, Нубик, давай знаешь, что сделаем? Давай мы типа следские охранники, Нубик, ты между нами встань вот так посередине. И ты главный, короче, давай. Все, давай, раз, два, три. Так, сэр, вот, проходите. Так, это что такое здесь пожалуйста происходит? Убегай. Вообще-то, это мы суперагенты 007. Какие агенты, мы охранники твои. И мы ведем тут, и ведем тут проверку, они ведут проверку. Так, у меня никакого распоряжения нет, вы что меня за дурака что ли держите? Вы кто вообще? Какие агенты? Вы что тут устроили? Так, сэр, послушайте внимательно, в вашем зале сегодня предположительно будет человек находиться, который сейчас находится в розыске. Мы должны там находиться в этом кинотеатре под видом... под видом просто людей в смокингах. А документ у вас есть? У нас есть лучше, чем документы, смотрите. Ой, ничего себе. Не, ну пистолет это по-любому людям просто так давать не буду, значит реально какие-то настоящие. Ну давайте, проходите тогда, хорошо, заходите в зал. Все, так, мусье Нубасос, заходите. Все, пойдемте, заходим. Все, идемте, заходим. Все, спасибо. Только никому не говори о том, что здесь проводится мероприятие. Да все, я понял, я молчу. О, ребят, все, первый способ сработал. Смотрите, мы с вами реально в кинотеатре оказались. Я думала, нам не поверят. Я вообще-то теперь главный. Ты теперь мусье, мусьон, лосьон. Это вот какой-то мусь. Слушайте, ну круто, первый способ, по крайней мере, рабочий. Ну что же, а теперь способ под номером 2. Да, теперь второй способ, это был первый. Поехали. Давай. Крюки. О, в смысле? Это так, как? Стоп. Интересно, как мы воспользуемся? Смотрите, через главный вход мы с вами явно же через крюки не пролетим. Но что же нам делать? Нет. Через окно, что ли, получается? Подожди, окон в этом заведении нет. Может быть, нам нужно с наружной стороны крыша найти какую-то вентиляцию, либо крышу. Так. Давай. Получается, ну давайте сначала осмотримся. Так, здесь ничего нет. Нубик, не пались, тут камеры везде. Тише, тише. Так, нет, руках, ребят, здесь опасно. У меня в руках опасно только пицца. Я здесь только очень опасно. Тут нельзя, тут много людей, все спали. Давайте все посмотрим вообще отсюда. Кинотеатр справа, не справа, поймут, да, нас. Так, если мы заберемся на тот козырек, мы ничего сделать по сути не сможем. Значит, это не то. Надо еще пойти. Даже кинотеатр это вот эта кирпичная, да, часть здания, угу, да? Вон, смотрите, уступок. Да ладно, и туда, и в окошечко. Получается... А, это выход вентиляции, не забаррикадированный, прикиньте. Ого. Так, ребят, вы сможете, нет, залезть? Я полез, все, давайте. Так, я вас жду. Я попробую. Ай. О, вы сначала на крышу заберитесь, а потом просто спрыгните с крыши на этот уступочек, и все. Так, леской головой, да, уперлась там, я смотрю. Есть немножко. Жесть. Так, Нубик, ложись. Так, леска, тебя ждем. Так, Нубик, лег. Ой, стой. Так, ладно, проходи вперед. Подождите, пока. Я... Леска, сейчас опять да лицо. Давай, проходи. Каким не получается лицом пройти, прикинь. А, давай я пройду. Ну давай, проходи. Леска, ну что, ты где там? Иди. Ой, сейчас, подождите, чуть поближе. Жесть, капец, способ вообще не рабочий, что ли? Чуть леска вообще залезть не может. А зачем ты под этим уступком-то? Ты, конечно, головой упираешься. Ты просто на крышу залезь и все. Что ты делаешь? А как я на крышу залезу? В смысле? Закинь туда крюк и все. Крюк туда. Вот же залезаю. Опа. Ну вот и все. Ребят. Ребят, работает что ли? Я не знаю, мы пока по какому-то лабиринту непонятному идем. Так а тут Нубик, только пятки торчали только что. Леска здесь, леска, все нормально. О, кстати, я как будто бы бежать начал, я еще быстрее начал ползти.
Да ладно, слушай. Я супер быстро, потому что... Леска сейчас догонит. Нубика, я от тебя вообще оторвался, слышишь? Ты меня даже догнать не можешь. Длинный проход какой, а? Да, слушайте, учитывая то, что я вас уже обогнал, я, прикиньте, я до сих пор не пришел еще. А как вы? Ребят, какой-то воздух спертый, прям хочется зевнуть. Я... Ребят, работает, прикиньте, я в зале. Ты в зале да. уже? Да. Ой-ой-ой. Офигеть, ребят, все, смотрите, сидим в кинотеатре смотрим. Вернее, кино в кинотеатре смотрим. Так, ребят, давайте я вас... О, Нубик пролез, привет, здорово, здорово. Давай, пролази, аккуратней. Ребят, давайте, давайте. Опа, все, садимся. Слушайте, способ номер два. Способ номер два, и у нас все работает, это офигенно. Мы переходим дальше. Третий сундучок, настал момент истины. Это середина. Самая середина. В середине, наверное, будет что-то самое интересное. Итак, погнали. Так, здесь два костюма и 64 сундука. Но билет у кого сегодня нет? У Нубика. Значит, мы его сегодня как-то проносим. Но что нам делать с этими костюмами? Так, подожди, мы рабочие, получается. Строители, точнее. Так. Смотри, так. У нас два костюма, задача принести Нубика. Значит, мы сейчас говорим то, что мы, знаешь, мы просто грузчики. Давай, короче, подойдем к двери, к этому бильетеру, и закроем его ящиками с одной стороны. И то есть в это время, пока ящики будут стоять, Нубик прибежит в зал, Нубик пробежит. Там сядет, мы с тобой, получается, уберем ящики, поставим их внутрь, выйдем, опять переоденемся и по нашим билетам войдем, а Нубик нас внутри подождет. Все, побежали, пойдемте. Так, все, давай. Так, идем такие. Нубик, тихо, ты пока выйди, стой за углом. Стой, так, жди. Нубик, по команде. Здравствуйте, пойдем, у нас покажи. Вот это груз тяжелый, короче. Да какой, да что ж за день-то такой? Какой груз еще? То агенты, то грузы какие-то. Как это, стулья новые привезли, нам поставить надо. Техника внутри еще. Ну хорошо, все, хорошо, рабочий у вас пропуск, все есть, да? Лицензия, пропуск... Разрешение. Да вы что, гражданин, тяжело же, вы что? Да зачем прям передо мной ставите? Нубик, давай. Да сейчас уберем уже, извините. Давай. Сейчас уже убираем. Внутрь потащили. Давай, поднавали. О, вот поставил. Все, давай снимаем. Убираем. Так. Все, прошу прощения. Ты что на проходе стоишь? Иди куда-нибудь. Все, прошу прощения за беспокойство. Вот так вот. Прошу прощения за беспокойство. Так. Все, давайте сюда ставим. Все, мы... Все, давай не выходи, сейчас мы придем, тихо только. Все, сэр, спасибо большое, мы вас больше не побеспокоим, до свидания. До свидания. Все, пошли. Все, Леска, давай костюмы снимаем. Давай. Все, пойдем. Так, о, здравствуйте. О, опять вы. А что это вы, друга оставили, что ли? Ну да, пришлось... оставили. Ой. Прям как у рабочих у вас эта касочка-то была. Так сейчас у всех модно же желтый цвет-то. Да, модная. В тренде же. Так, билеты. Вот, держите. Ага, проходите. Вот. И вы проходите. Спасибо. Все, спасибо, до свидания. Нубик, ты думаешь, это не видно было, как ты стены там ломал, что ли? Вся штукатурка облетела с той стороны. Ты что делаешь? Нубик, ты почему ломаешь стены везде? У тебя что-то... Все, отойди оттуда, он же увидит, Нубик. Совсем что ли? Для тебя же стараемся, тебя принести хотим. Так, номер три у нас, в общем, мы сделали это. Четвертый без... Ой, вернее, без... Да что ж такое-то? Предпоследний, я хотел сказать. Вот. Все, давайте заглядывать. Я думаю, что за без? Фух, так. Эндерперлики. Так. А как мы? Так. Это, наверное, надо Нубику. Слушайте, мы с тобой, Леска, подойдем к нему в упор. Покажем два билета. Когда один из нас сможет зайти, ты откроешь вот этот тюль, вот эту занавеску. И Нубик, ты должен будешь сзади нас, пока ты будешь стоять, прокинуть эндерпер в зал. Понял? Хорошо, пошли. Ты только сразу потом в сторону уйди. Что? Шеди, а что сейчас охранник скажет? Опять, говорит, идете, что-то выходим, но не... В туалет вышли, что? Главное, заходим. Ты только не ломай Нубик ничего. Так, пойдем. Тихо, все. Подожди, мы к нему подойдем, и ты потом подойдешь. Давай. Уйди отсюда, не болись. Что делать? Так, вы что разбегались-то? То зайдете, то выйдете. Вы что делаете? Ну, то в туалет сильно. Туалет. До фильма же еще время есть. А, ну понятно. Так, ладно, билетик. Вот смотрите. Билетики. Вот, давай. Что делать? Скорее. Побегай быстрее. Вот, у меня здесь билет, вот такой, смотрите. Так, все, вижу. Хорошо, проходите.
Так, ну вы тоже проходите, я уж видел, что их еще раз показывать. А, Нубик, ты капец! Еще раз могу показать. Ты его как? Ты видел, как он использует? Нет. Он его не кинул, он в зал забежал, потом кинул. Ну ты, Нубик, вообще, если бы у меня не было лицо широкое, чем шире у него, то тебя бы не спалили. Нубик, ты капец, конечно, не за способ. Эх, не зря, пирожочка способ, честно говоря, 50 на 50 сработал, могло сейчас не повезти, он бы увидел просто, потому что... Да, короче, Нубик, тебе надо было как-то... Тебе нужно было прицелиться и прям кинуть сюда, и возле входа оказаться. Я вам скажу, абсолютно не могу с этим не согласиться. Последний, заключительный способ. Поехали. Так, Нубик, это там? Для тебя. Спасибо. Это самый легкий, стопроцентный способ. Так это сразу надо было... Ты уже надел, да? Да. Только смотри. Смотри, как ушел. Нубик, сам по себе только тюль не открывай. Давай сначала мы с ним договоримся, когда он нас будет пускать. Ты зайдешь, как только откроется дверь. Все, поехали. Что он сейчас скажет? Мы какой же пятый раз заходим, короче. Вообще. А давайте скажете, что в кафе зашли и ну все да. покушали. Так, здравствуйте. Да вы что, издеваетесь, что ли? Это что такое? Вы куда ходили опять? Да мы там сидели, там эту рекламу полчаса показывают, мы еды еще купили, а то все съели. Попкорн купили там. Хотите молочка, кокосовый? Да не, спасибо. Ну, бывает, конечно, такое, да. Ну, в таком случае, ладно, билеты я ваши видел, заходите в зал. Вот билет мой. Да, все, спасибо. Ага, так, открываем. Да, ты зашел? Закрываем? Да, закрывайте. Все, давай, он? Показывайся. Нубик? Вот он, вот он. Всё. Я думала, что ты там нормально. Остался в туалете, ты что ли? Ух, ну что, 5 способов, на сегодня они мы все сработали. Мы провели Нубика в кинотеатр. И мне... Какой вам больше всего понравился? Сейчас скажу, подожди. Понравился с агентами. Мне понравился с коробками, да. Там смешно было, мы лицо да, заставили. Да, мне тоже с коробками мы больше всего понравилось. Я согласен. Друзья, в общем, пишите в комментариях, какой вам сегодня понравился из этих 5 способов больше всего. Но у нас Вяди был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока. Восстание криперов смотрим.